посадку самолет, прибывший рейсом 52-м из Петропавловска. Спасибо. На Камчатке. До свидания. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Павлик, солнышко какое. Петровна, спят твои-то? Спят. Сколько ж ты их не видела, а? Пятый год пошел. О, забрались на край света. Одним самолетом почти день летели. Сивинский цирюльник, опера. Россини. Правильно. Три богатыря, живопись. Здрасте. Здрасте, доброе утро. Думай. Ну, живопись, три богатыря, думай. Быснецов. Точнее. Кузнецов. Правильно. Пап, смотри, какая птица. Ой, какая она красивая. Не отвлекайся. Слушай, это самое, Медный всадник, поэма. Пушкин. Правильно, умывайся. Читай Есенина, письмо матери. Ты жива еще, моя старушка? Жива. Жив я. Привет тебе, привет. Пусть строится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты дает тревогу. Загрустила шибко во мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Умница ты моя. Ну, а теперь дальше для бабушки с выражением, как следует. Ну, соберись. Все сухое. Ничего, родная, успокойся. Это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш старый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Дима, твое время истекло. Еще 20 секунд. Пойдем. Иван Грозный убивает своего сына. Кто художник? Рейх. Так. Правильно. Пробежка. Правильно. Колени выше. Раз, два, три, четыре. Колени выше. Та-та-та-та. Дима, ты нам мешаешь. Бетховен, Дима Рокко. Правильно. Вперед. Какая симфония? Девятая! Айда Пушкин. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Вперед проходи. Так, помогай. Ну, кувырок. Группируйся. Еще кувырок. Кувырок, колесо. Мам, смотри, какие цветы красивые. Не отвлекайся, не теряй времени зря. Мельница. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Успокой дыхание. Кто это они? Не знаю. Павлик, ты чувствуешь прилив энергии? Ага, чувствую. Молодец, это важно. А теперь преодоление высоты. Может быть, не надо сегодня? Пусть акклиматизируется. Откуда? Оттуда. Ведь только приехали. Надо. Катя, куда? Залезай. Он? Павлик, слезь сейчас же. Мама. Слезь. Павлик, ведь вперед. Упадешь. Соберись. И... Оп. Да что же это вы вытворяете с моим внуком? Мама, спокойно. Ой. Я делаю из него настоящего мужчину. Павлик, самбо. Да как же это можно? Мама, спокойно, спокойно. Она делает из него настоящего мужчину. Анекдот, честное слово. Начали. Подсечка. Опа. Бедненький ты мой. Мама, тебе не мешай. Больно. Зацеп. Да молодец. Что же такое? Дима. Кать, действительно, ну хватит этих драк. Достаточно. Мы же договорились не мешать друг другу. А ты все время мешаешь. Ребята, кто из вас самый старший? Ну, я. Ну-ка, иди сюда. А зачем? Боишься? А чего бояться-то? Сделаем так. Представь, это не щепка, а нож. Понял? А теперь ударим Павлика. Сверху или снизу, как хочешь. А зачем? Ну, понарошки, как будто ты хулиган. Ну,
Нападай. Ой, пусти, ты что? Ладно, не обижайся. Прости, мальчик, если тебе больно. Вот, мама, таким Павлик будет в жизни. Смелым, ловким, сильным. Ребята, хотите, я и вас научу? Пойдем, золотко мое. Нам это ни к чему. Нет, мы не хотим. Вот, смотри, Катя, нормальные-то люди от тебя шарахаются. А все новое, Дима, сперва отпугивает людей. Ой, сколько бабушка наготовила, все вкусно. Вот, садитесь завтракать. Наш завтрак – стакан воды. Как? И больше ничего? Как же так? А вполне достаточно. Дим, ты мне нужен. Не понимаю, как же вы без еды-то? Человек по утрам зря тратит силы на переваривание пищи. Выдумки. А ну-ка возьми, возьми один, откуси. Ешь, ешь, золотко мое, блинчики тепленькие с творожком. А теперь молочка, иди-ка сюда. Парное, свеженькое. Иди-ка погуляй. А на сколько минут можно? Да что же это у тебя за жизнь? До обеда гуляй. До обеда? Конечно, хоть до вечера. Спасибо. Я предлагаю заниматься с Павликом не по 20 минут, а по 30. Меня это устраивает. Что-нибудь случилось, Варвара Петровна? Что, мамочка? Это, Дима, твой завтрак. Пустой кипяток. Нет, Варвара Петровна, так вы от меня не отделаетесь. Я съем все, что вы приготовили. А я-то в 5 утра встала, блинчиков напекла, помидорчики свеженькие, с грядки, огурчики малосольненькие. Садись, где тебе удобнее. Хочешь картошечки со сметанкой, с укропчиком? Садись. Играть в мяч. Это пустая трата времени. Но мне очень хочется. На, играй. Спасибо. Ой, ты не умеешь, да я тебя научу. А как? Научи, пожалуйста. Смотри, опа. Ой, ты мне помешал. А можно я сам? Можно. Павлик, Павлушка! Мама! Павлик! Где Павлик? Где Павлик? Гуляет! Зачем же ты его отпустила? Как гуляет? У него же со мной занятие. Как же так? Да оставьте вы его в покое. Гуляет и гуляет. Только учти, он гуляет за счет твоих 30 минут. Я начну свои занятия только после того, как мы его найдем. Павлик! 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 Знаешь, мне на день рождения 3 таких мяча подарили. Хочешь, возьми его себе. На совсем? На совсем. Спасибо! Павлушка! Павлик! Павлик!
большой. Можно покрутить? Тебя как зовут? А вас? Дядя Гриша. А меня Павлик. Зачем вы курите? Никотин яд. Одна капля убивает лошадь, а две слона. Сел бы ты, Павлик, на место. Мальчик, а ты с кем тут? Я вон с дядей Гришей. А, окошко закроем, чтобы не продуло. Я сквозняков не боюсь. А, кстати, вам закаляться нужно. Контрастный душ. Холодный, горячий, холодный, горячий. Понятно? Понятно. А с закрытым окошком все же лучше. Ну что, не приходил? Нет. Да спрятался где-нибудь здесь. Это все от перемены обстановки и влияния бабушки. Может, действительно куда-нибудь залез? Павлик! Павлик! Павлуша! Где же он, шалунишка? Павлик! Куда ж ты спрятался, Павлик? Павлик! Павлушка! Я знаю, что нужно с утра умыться и сделать зарядку. Я знаю, что с детства пора себя приучать к распорядку. Автобус волшебный, автобус чудесный. Лети, словно птица, лети, как стрела. Хочу убежать от того, что полезно. Хочу бесполезные делать дела. Смотреть на облака просто так. С ребятами играть просто так. По лужам босиком просто так, просто так. И эту песню петь просто так, просто так, просто так. Я знаю, что самбо владеть полезно любому мальчишке. Я знаю, полезно уметь усваивать толстые книжки. Автобус волшебный, автобус чудесный. Лети, словно птица, лети, как стрела. Хочу убежать от того, что полезно. Хоть раз бесполезные делать дела. Смотреть на облака просто так. С ребятами играть просто так. По лужам босиком просто так, просто так. И эту песню петь, и эту песню петь, и эту песню петь просто так, просто так, просто так. Но это же мне дню рождения, так? Так. Ну, покажи. Вечером увидишь. Ой, ты опаздываешь. И ты тоже. Ага. Пока. До вечера. Ага. А вы зачем прыгаете? Тренируюсь. Прямо тут? А у меня каждая минутка на учете. А вы куда? Я по своим делам. А ты куда? А я просто так. Ой. Ты что? Эх, разява! Боже мой, если не можешь гулять с малышом, то сиди с ним дома. Виноват я сам. Сам виноват. Как это? Я рассеял свое внимание. Чего рассеял? Внимание. Ой. Когда опасность рядом, ее нельзя выпускать из виду. Силен, а? И все равно, если идешь гулять, то держи его за руку и не отпускай. Разве можно отпускать современного ребенка? Какая же вы мать после этого? Да какая она ему мать? Сестра, может, она тебе? Ага, сестра моя. Да я ему никто, никто. Ну что ты выдумываешь-то? Я его сама первый раз вижу.
Да. Вот видите, девушка смелость проявила, а вы на нее набросились. Я на нее набросился? Да, вы. Это вы стали первые кричать. Я кричать? Да, это вы на нее кричали. Вы и прекратите ваш лай. А вы не нравитесь моей задаче. Тебя как зовут? Павлик, а вас? А меня Света. А ты что, потерялся, да? Нет. Нет, а где же твоя мама? А твоя где? Ну, знаешь, хватит шутить. Где твои родители? Не скажу. Ну и не говори. А газировки хочешь? Хочу. Ну, пошли. Пошли! Понимаешь, Павлик, тратить на тебя время я не могу. Ты прости меня, конечно. Может, мы... Так с тобой сделаем, малыш. Попьешь и пойдем к тебе домой. Договорились? Пей. А где ты живешь? Вот и все. Ну, могла ли я подумать, а? Катерина, оставь свои йоги. Я ведь отпустила его тут погулять, рядышком. Мама, расслабься. У тебя пульс, наверное, 120. Ну-ка попробуй. Опусти диафрагму. Ой. Глубокий вдох. А теперь медленно выдыхай. Ну что? Я обшарил все дворы, никаких следов. Найдется. Я уже воспитала в нем достаточно самостоятельности и бесстрашия. Ой. Это даже интересно посмотреть, как он адаптируется. Там у нас на Камчатке ваша дочь вечерами водит ребенка в темный лес. А зачем темный? А чтобы ничего не боялся. По-моему, бессердечие, с которым ты рвешь у больных зубы, подавило в тебя вообще все материнские инстинкты. Детей, Дмитрий Константинович, надо воспитывать не инстинктами, а новейшими методами. Которыми ты калечишь ребенка, но калечить ребенка я не могу. Ждала, ждала. Первый раз за 5 лет привезли внука. Лучше бы совсем не приезжали. Найду Павлика и вам не отдам. Мама, повторяй про себя. Я спокойна, все хорошо, я не волнуюсь. И ты, Дима, повторяй это почаще. Да встань ты, наконец, на ноги-то! Правильно! Ты зачем так быстро мороженое ешь? Горло заболит. Сюда, туда? Туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Принимайте свое сокровище. А кто это? Я не знаю. Я не знаю этого мальчика. Ну зачем ты врешь, а? Понимаете, я его сюда привела, потому что он сказал, что здесь живет. А, таких надо в милицию, в детскую комнату. Так всегда делают. Можно позвонить, узнать адрес, куда сдать этого малыша. Спасибо. Там сразу найдут его родители. Ой, стой! 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 Ой. Ты быстрее лифта? Конечно. Ну-ка, друг любезный, поговорим серьезно. Объясни мне свое поведение. Почему ты мне морочишь голову? Где твой дом? Нервничать вредно, сбрось эмоции. Что? Дай-ка пульс. Пульс очищенный, расслабь мышцы. Ну, расслабила. Молодец. Повторяй за мной. Я уже не сержусь, у меня все хорошо. Губами шевелить не обязательно. Я уже не сердитая почти. Я спокойная, совсем спокойная. Слушай, я и вправду успокоилась. Конечно, это аутогенная тренировка, полезная вещь. А откуда ты все это знаешь, а? Мама научила. Я всегда сразу расслабляю мышцы и внушаю себе, чего надо. Ну, пошли. А куда? А ты расслабься и говори мне хорошо. Я иду в детскую комнату милиции, я этого хочу. А этого не хочу. А ты внушай себе, что так надо. Свет, скажи, а все должны слушаться свою маму? Разумеется. Значит, моя мама...
тоже должна слушаться свою маму? Обязательно. Значит, моя бабушка главнее, чем моя мама? Да. А почему ты об этом спрашиваешь? А потому что моя бабушка отпустила меня гулять до самого вечера. А давай гулять вместе. Тебе одному нельзя, а мне некогда. Ой, это 12? Угу. Ты куда? В Москве. Мы каждый день с мамой стоим на голове в это время. Давай ты с нами. А зачем это, Павлик? А? Что это с мальчиком-то? Гимнастика йогов. Да, такая поза называется сершана. Кровь приливает к мозгу, а сердцу отдых. И от всех болезней. А если у меня нет болезней? У вас есть. Идем. Ну-ка, постой, постой, постой. Пусть объяснит. Вы, дяденька, толстый, а лишний вес – это болезнь. Вам надо обязательно голодать и бегать трусцой, как академик Амосов. Вот так. Опля! Павлик, тебя мама любит? Любит. А папа любит? Любит. А ты их любишь? Очень. Тогда я не понимаю. Ну почему ты не хочешь к ним вернуться? Я еще немножко так поживу. До вечера. Да, загадочная история. Объясни. Видели? Нет, не видели. Ну уж, если они его не видели, Варвара Петровна, значит, его сегодня точно не было. Ну, если увидишь, приведи его, пожалуйста, хорошо, домой. Хорошо, если появится, сразу приведу к вам. Не тревожьтесь. Варвара Петровна, Павлик еще не родился, а я уж стал собирать для него там книги, пластинки, репродукции, все сокровища, так сказать, мировой культуры, все для Павлика. Это для крохи такого? Наука доказала, что человек первые 5-6 лет своей жизни безумно талантлив. Вы даже не представляете, сколько может вместить в себя знаний маленький человечек. А если не выдержит? Я же говорю, что мозг человеческий, он от года до 6 лет увеличивается в объеме в 22 раза, и все. Отдохну немножко. Нет, нет, ой, нет, не то, что совсем, ой, все, но в основном. В основном. Понимаете? Ну да, а потом ну да, идет, так сказать, шлифовка. Тра-тра-тра-та. Моцарт. 6 лет симфония. Ну да. Пушкин, сами знаете, стихи, поэмы. Да что говорить? Вот я, понимаете, рядовой человек. А ведь где какая викторина? Что, где, когда? Я победитель. А все почему? Потому что самообразование. А Катя, она, знаете ли, помешалась на этом боевой напор, мышцы, боевой характер. Неужели главное не уступать, а расталкивать? Что ж мы все время в трамвае, что ли, едем? Я не знаю, в кого она его готовит. Не то в карьеристы, не то в разбойники какие. Нет, ты зря. И моя Катя с детства никому не уступала. И 100-метровку быстрее всех. И плавала не догнать. И никакой разбойницы не стала. Я же не против спорта. Ну, о чем говорить? Но ведь еще существует живопись, поэзия, музыка, не правда ли? Как будто ты у нас на рояле играешь. При чем тут это? При чем тут это? Варвара Петровна, я понимаю. Я понимаю, откуда это у нее идет. И еще древние говорили, что надо, так сказать, сначала создать сосуд, а потом уж его наполнить. Ну, тоже ведь, смотря какой сосуд. Не знаю, может, ей во мне что-нибудь не достает. Уж больно вы с Катей непримиримы. Уступили бы друг дружке. Ой, чует мое сердце, что внучок уже дома. Идем. Дожидается нас, наверное, соскучился. Ты где ты потерял своих родителей? Это они меня потеряли. Что? Ну куда ты опять? Равосей Сергеевич, какая это практика? Ну разрешите, я рапорт напишу. Да что ж получается, все мы однокурсники, кто в АБХСС, кто в угрозыске, кто в ГАИ. Один я в детской комнате. Андрей, милиции. Как лучше? Отпустить. Процент потерянных детей или утерянных? Поставь голову на место. И погуляй. Угу. А может, эту вашу помощницу пораньше вызвать из отпуска? Так утерянных или потерянных? Потерявшихся. Точно. Соображаешь, младший лейтенант. Процент потерявшихся детей за прошедший квартал. Хорошо. Так, начнем все сначала. Значит, ты Макар Глазов. Нет. Как нет? Я Макарушка. Ты где? Ты потерял своих родителей, Макарушка. Это они меня потеряли. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, новенького принимай. Вот, мы к вам. Добрый день. Ну, что он у вас натворил?
Это он трубку телефонную срезал. Не-а. Не-а. А ты? Стекло у вас разбил. А что же вы так разговариваете? Мальчик просто потерялся. Извините. Пожалуйста. Мне бабушка разрешила потеряться до вечера. Как ты разрешила потеряться? Вот такой ты детектив. Ну, до свидания. Свет. Не оставляй меня здесь. Нет, ну тебя здесь быстрее найдут родители. А я спешу на телевидение. Угу. А я тебе позвоню. У вас какой номер? Сейчас. Вы знаете? 2-9-9-2-5-4-7. Вы позвоните мне, а я его позову. Хорошо. А, ой, а как вас? Младший лейтенант Никитин. Угу. Можно Андрей? Света. Очень приятно. Угу. Павлик, внушай себе, что так надо. До свидания. До свидания. Звоните. А что ж ты не спросил, где она его обнаружила? Кто такая? Надо все как следует. Виноват. По форме. Иди сюда, садись. Как тебя зовут? Света ведь сказала. А, да, Павлик. А фамилия? Я забыл. Хм, такой большой я забыл. А где живешь? Дядя Андрей, скажите, пожалуйста, вот откуда это? Та-та-та-там! Та-та-та-там! Что та-та-та-там? Тема рока, Бетховен. А когда родился Пушкин? В 1799. Правильно. А кто написал турецкий марш? Слушай, мальчик, кто кого спрашивает? И зачем мне все это? Где ты живешь? Не скажу. Ну что? Не хочу скрывать от вас, Варвара Петровна. Нет его нигде. Нигде его нет. Как же нам Катерине сказать? Чтоб не испугалась. Я поднял на ноги кого только мог, кого только мог. Катя, давай собирайся. Я поднял на ноги всех, кого только можно. Собирайся. Собирайся. Дима договорился, нам помогут. Ну и зря. Как это зря? Как это зря? С пятый час его нет, с ума сойти! Мама, не возбуждайся! Ой, ну что она говорит? Ну что она говорит? Ой. Катюш, не посмотришь зуб. Разболелся, мочи нет. Да простите, не у нас сын пропал совершенно. Простите. Ой, я и не знала. Я уж потерплю. Да проходите, тетя Валя. Давайте поглядим, что там у вас с зубом. Да вам не до меня. Да ничего страшного. А Павлик проголодается и придет. Катя! А ты прекрати свою вечную истерику. Простите? Ты что? Давай спокойно. Я спокойно. Я все понял. В тебе нет ничего материнского. Я не позволю, чтобы ты уродовала жизнь нашему сыну. А Павлику вредишь только ты. Нам надо расстаться. Ах так? Развод? Я сейчас же уеду. А Павлушку возьму с собой. Нет уж. Павлик сам решит, с кем ему оставаться. Ты даже искать его не хочешь. Эх, все. Варвара Петровна! Мама! Идемте! Открывайте рот, тетя Валя! Ну и ну. И без нее найдем. Найдем. Я в управлении. Вернусь минут через 20. Угу. А ну-ка, дай мне эту машину. Не груби, я приемы сам бы знаю. Ты! Я. А ну, покажи. Вот это да. А ну, давай еще. Подсечка. А это... Бросок через голову. Ух ты! А меня научишь? Ну чё? А я его ща победил из-под тишка. Макарушка! Победил! С
Что здесь происходит? Куда же вы от меня потерялись? Здесь есть взрослые или кто-нибудь? Я попросила подождать минуточку у фонтана. Здравствуйте, это ваш Макар. А тише еще, мой! А, хорошо. Подождите минуточку, надо здесь... У нас поезд уходит! Подожди секунду, надо же заполнить! Товарищ Глазов, постойте! Тише, это папка. Ау. Надо же все по форме, у нас так положено. Вот вам ручка. Распишитесь, пожалуйста. Никогда! Ну это же минутное дело. Павлику я всех победил. Нет, на выезжать надо. Распишитесь, я прошу. В чем? В получении. Павлику я всех победил. Вот спасибо. Всех победил. Так, все мы, все вещи, поехали. Павлик! Павлик! Павлуша! Павлик! Павлик! Внимательнее, внимательнее, ребята. Павлуша! В кустах посмотрите. Павлуша! Павлик! Может, уснул где-нибудь? Вон там посмотрите, Павлик! В кустах. Дяденька, что тебе? Вот это телевидение. Нет, телевидение вот тут. Спасибо. Угу. Малыш, а ну иди сюда. Ты к кому? Я вас с тем дяденькой. А, ну иди догоняй, а то потеряешься. Спасибо. Дяденька, вы мою Свету студентку не видели? Да-да, студенты сегодня записываются, а где, не знаю, поищи, дружок, сам. Ладно, поищу. За это линувшая мета? Что вы сказали? Линувшая мета. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это только репетируем пока, поэтому снова начинайте и... За это минувшее лето наш стройотряд биологического факультета построил один... Свинарник! Дал 6 шефских концертов. 7! 7. И написал одну песню. Вот, может быть, споете нам ее? Как договорились. Ну вот об этом говорить не надо. Да, а песню давайте. Ясно? Пожалуйста. Эту пряную, пряную перину, перину море вынесло. Мальчик, ты чей? Я? Вот Светин. Испарила, испарила. Получилось. Вон она поет. Хорошо. Я пришел и кеды скинул, и прикрыл рубахой спину. Света! Идет репетиция. Извините, я скоро вернусь. Там мой мальчик. Я сейчас. Как ты меня разыскал? Ты же обещала, а не позвонила. Ну, следопыт. Так, вот скамейка, садись. Договоримся так. Будешь ждать меня здесь и никуда не уйдешь. Даешь слово? Угу. Угу. Девочки, еще минут 5 разминаемся и в павильон выступать. Ой, мне же надо на скамейку, вдруг Света пришла. Ой, я так волнуюсь. В первый раз по телевидению выступаю. И не говорите. Где Евстигнеев? Евгений Александрович. Пожалуйста. Простите, Евгений Александрович, но режиссер просил еще подождать. Я не могу, у меня через час генеральная репетиция в театре. Мы вашу съемку начнем через минуточку. Значит, через полчаса. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Ой, это у вас успокаивающее. Пожалуйста. Одну таблеточку. И мне. Что вы делаете? Лекарства принимаем? От страха. От нервов. От всех лекарств только вред.
Ты думаешь? Вот сколько крови перекачивает ваше сердце за сутки? Мое? Ваше. Ну, я думаю, а сколько? 5 тонн. Ага. И все ваши нервы сходятся вот тут. Где-где? В диафрагме. От страха диафрагма поднимается вот сюда и мешает сердцу работать. Интересно. Что же делать? Встаньте. Встаньте. Встал. Снимите очки. Снял. Медленно вдыхаем через нос. Все, кто чего-нибудь боится, можете делать с нами. Пожалуйста. Медленно надуваем живот воздухом. Медленно выдыхаем. Еще раз. Ну как? Ты знаешь, не болит. И мне легче. Хорошо. Пойдем. Где этот мальчик? Вот он. Куда ты подевался? Пойдем. Я не хочу в милицию. Ищем тебя, куда ищем. Куда вы его тащите? Я здесь Свету жду. Какую Свету? Ему на выход в эфир. Тоже артист. Не мальчик, а целая поликлиника. Нет, такой клоп и уже все знает. Человек из 21 века. Евгений Александрович, еще минуточку. Значит, еще через полчаса. С утра я рад, чего-то жду. Паририрам, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Твои волшебные огни всегда все те же. В глазах у зрителей они и на манеже. С тобою я делить привык мечты и чувства. Люблю, люблю, товарищ цирк, твое искусство. Стишок помнишь? М? Да, я их много знаю. Тише, много не надо, надо только один, который с режиссером репетировал. Не собьешься? Не собьюсь. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, братцы, я иду в цирк. Нравится? Все, хватит! Разыгрались. Что делать? Ребят, здесь в ящике такая вкусная каша. А ну-ка быстро, дружно, все вместе. Давай, 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 давай. Каша стынет, каша стынет. Афанасий, не отставай, быстро. Хоп. Хорошо, хорошо уменьшили медведей. Операторам спасибо. Видал? Вот так-то. Ну и что? Да мне б такой волшебный ящик, я бы тоже. Ого-го. Ого-го. Пожалуйста. Муху-цокотуху, балерину в ящик и готовьте мальчика. Ну, я готов. Так. Позовите сюда любого, кто идет мимо павильона. Пусть зайдет сюда. Сейчас. Вот. Он как раз шел мимо, его зовут Костик. Спасибо. Я не Костик, я Павлик. Как не Костик? А что, Павлик тоже хорошее имя? Ну, Костик, эй, Павлик, расскажи какой-нибудь смешной стишок, и вот то, про что будет этот стишок, окажется в этом ящике. А? Ну, начинай, начинай, начинай. Ну что ты, ждем тебя? Муха, муха. Муха, муха. Муха, муха, цокотуха. Муха, муха, муха. Шекспир! Монолог Гамлета. Быть или не быть, таков вопрос. Что благородней, духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы, или, ополчась на море смут, сразить их противоборством, умереть?
сейчас я то же самое скажу по-английски. To be or not to be, that is the question. Павлик! Пап, давай я тебе помогу. Павлик, я иду. Испачкаешься. Я здесь. Здрасте. Маме лучше помоги. Ой. Мам, давай. Накрывай на стол, а я за водой. Мам, дай я сбегаю. Беги, Наталья. Вот это да. The sling that arose of our treasured fortune. Что случилось? Вам не хорошо? Ничего. Павлик! Его голос! Где? Там! Где ты, Павлушенька? Сюда, мама, сюда. Ну вот, пожалуйста. Павлик живой. Простите. И здоровый. А ты поддалась панике. А как он? А почему он там-то? Я не пойму. Бедный мальчик, у него ужасное произношение. У вас что-нибудь случилось? Это мой сын. А если точнее, то мой. Ой, простите, я не знал, что это ваш ребенок. Не огорчайтесь, произношение можно исправить. А вы что, такой знаток английского, что ли? Муж 3 года работал в Лондоне. Виноват. Excuse me. Вот и все. А дальше мы с папой еще не выучили. Все ясно. Значит, английский вы учили с папой. Да, папа меня научил многому. Математике, ботанике, архитектуре и всякой живописи. И тебе это все интересно? Папа говорит, что интересно. А это папа у тебя. А чему тебя учит мама? А мама учит меня системе йогов, сбалансированному научному питанию и голоданию для продления жизни. Куда идет передача? Нас же всех разгонят. Что делать? А еще мы с мамой встряхиваем шлаки, как академик Микулин. Вот так. И бегаем трясцой, как академик Амосов. Амосов, Амосов. Вот так. Амосов, Амосов. Ай да мама у тебя. Оп! Молодец, а? А тебе не тяжело? Мама говорит, что не тяжело. Ай да мальчик. Вот это Костик, а? Он же Павлик. Ну, знаешь, только чересчур не утомляйся. Это наша лучшая передача! Всем спасибо! Он сделал так, и пошел за вами. Как за мной? Вот так, на цыпочках. Андрей, тебя. Никитин слушает. Ой, здравствуйте, Света. Конечно, узнал. Ну, куда мне домой? Отец яйца пойдешь. Он у вас? А я-то все улицы обегал, моя же вина, я всех дворников на ноги поднял, я сейчас же еду к вам. Пусть она его не отпускает. И держите его покрепче. Хорошо, а я отведу его через дорогу к подруге. Запишите ее адрес. Вот уж спасибо вам, Юрий Юрьевич, а то все сердце изныло за внучонка. Понимаю, понимаю вас. Все-таки как-то неудобно, вы только расположились. Давай. Давайте я помогу. Ничего, не беспокойтесь. Какой столик-то своеобразный. Ну как вам не помочь? Где же вы здесь в лесу? Другую машину найдете. Да я сама положу. Возьмите. Так. Я помогу. Спасибо. Тяжелый. Мы, конечно, все-то не поместимся. Катя. Что? Ты ведь, наверное, не поедешь. Нет, я-то поеду. А вот тебя брать нельзя. Ты ведь у нас переполошишь всю Москву. Разрешите? Мы все уместимся. Мы однажды с дня рождения на этой машине 10-ром ехали. Скорее бы. До Москвы-то ведь далеко. Скорее бы. Можно трогаться. Да-да. Может быть, вы впереди хотите? Спасибо. Ой, с удовольствием. Пожалуйста. Ну, Пашка, во всех-то науках преуспел. А я вот пытаюсь в одной биологии разобраться, и то, ох, как непросто. Ты, наверное, когда была маленькая, зря время теряла. Как это? Надо было еще до школы все-все выучить. А в школе что делать? Наверное, играть, бегать. Ой, смотрите. Мальчик, мальчик, это ты сделал передачи? Ты только что выступал.
пропал? О, да я. Дай автограф. Я не знаю. У меня его нет. Это она твою подпись на память просит. Ты теперь у нас звезда голубого экрана. Пиши фамилию. И мне. Так. Павлик. А фамилию? Да, фамилию. Фамилию надо написать. Автограф – это фамилия. Ну, пиши. Ага. Давай, ну, что же ты? Ой, а мне некогда. Некогда. Ой, как жалко. О, посмотри, какие облака. Чудо, а? Посмотри. Облака – это скопление водяных паров. Водный конденсат. И никакой не водный конденсат, а парусный корабль. Смотри. Видишь, весь белый-белый. И правда, парус есть и руль сзади. Да. А вон черепаха шею вытянула. А вон рыба. Где? Вон, с хвостом. Ага, ну пойдем. Нет, давай еще поиграем в облака. Я бы с удовольствием, Павлик, но некогда. Понимаешь? Когда нормальный ребенок потеряется, он со слезами ищет своих маму и папу. Все очень странно. Посмотреть бы, что у него за родители такие. Надо. Здравствуй, слоник. Здравствуй, Павлик. Ну как, не заскучал здесь? На вот, смотри картинки. Слоник, давай смотреть вместе. Кстати, Марин, ты напрасно учишь биологию. Это почему же? А толку нет. Ну-ка, Павлик, объясни. Папа говорит, у взрослых голова не та. До 7 лет не успели, все, значит, конец. А до 7 лет человек может выучить в 100 раз больше, чем за всю остальную жизнь. А ты это объясни нашим профессорам. Вот именно. Чтобы они уже больше с нас ничего не требовали. Ладно, объясню. Они что... Сюда придут? Павлик, ты прелесть. А интересно, родители школу на уроки пускают? По-моему, нет. А зачем они там? Это хорошо. Павлик, послушай, а тебе что, с папой и мамой бывает трудно, да? И ты решил от них отдохнуть. Павлик. Ой, мне пора. Свет, ты со мной замучилась, да? Ну что ты, Павлик, я даже к тебе привязалась. Только понимаешь, у меня сегодня жутко трудный день, а ты в него вломился и все мне путаешь. Я едва на телевидение успела, а сейчас вот в бассейн на тренировку опаздываю. Ну ладно. Мальчик с пальчик. Угу. Света, подожди. Что? Возьми меня с собой. Я тебе не буду мешать, а то мне грустно. Ну нет, дружок, тебе пора бы уж и найтись. Ну подумай, каково сейчас твоей маме и папе, а? Они, наверное, плачут, ищут тебя. Не грусти, Павлуш. Когда-нибудь увидимся, непременно. Ну что ты? Жизнь прекрасна. Не вешай нос. Сына за руку, чтобы он остался с тобой, не выйдет! Ты понимаешь, как я мог прожить с тобой 7 лет подряд, слепец! Ты всю семью искалечишь! Чудаки! Взрослые люди! Доверили ребенка какой-то аферистке! Рита Семеновна, объясните еще раз. Пожалуйста. У нас прослушивание, позвоните позже. После передачи, в которой ваш сын выступил с таким успехом, нам уже звонят зрители, пенсионеры, колхозники. Рита Семеновна. Хорошо. За ней пришла девушка, лет 20. Девушка. Мальчик бросился к ней и сказал, это моя сестра. Сестра. Они взяли за руки и ушли. Ну куда они ушли? У него нет никакой сестры. Что вы говорите? Ну? Минуточку. Давайте помолчим.
расслабимся и подумаем, что делать дальше. Конечно, история странная и тревожная. Похищение детей ради выкупа. Но ведь все это у них там, на Западе. Нашел! Нашел! Вот, дозвонился. Нашел. Дежурный по городу дал адрес милиции, куда его сейчас привезут. Ну, а вы волновались. До свидания. Погодите, погодите, погодите. У вас замечательный малыш. И у меня уже возникла идея второй передачи с ним. Ваш Павлик станет любимцем миллионов телезрителей. И вы оба будете непременными участниками этих передач. Да, папа и мама. Будете, так сказать, выступать вместе, всей семьей. Пожалуйста, адрес. Нет. Соглашайтесь. А что вы вечно улыбаетесь? Так, суп у меня объеденье. Помоги мне. Не спеши. Тут направо. Пап, сворачивай направо. Есть направо. Спрячься! Поздно. Забыли исчезнуть. Инспектор 5-го ГАИ Крылов. Откуда и куда? Из Ленинграда едем в Карпаты. Проездом в отпуск. Могу дать совет. Какой? Девочку, которую прячете под плащом впереди, посадите вместе со всеми. Нельзя стеснять движение водителя. И пристегнитесь. Учту. Спасибо за совет. Спасибо инспектору, а мог бы и наказать. Все зависит не от должности, а от человека. Правильно. Да, душевный человек – это подарок судьбы. К сожалению, воспитание бесчувственности дается куда легче, чем воспитание чувств. А конкретно? Вот наш Павлик благодаря некоторым суровым тренировкам стал законченным эгоистом. Он не думает, что мы с бабушкой волнуемся. Поешь. Что бабушка может быть в обмороке. Пожалуйста. Нет, не надо, кусок не идет в горло. Может быть, вы спасибо, поешь. Спасибо. Катюш, угощайтесь. Спасибо. Вы знаете, Галя, Юрий Юрьевич, вот попадаются в жизни такие люди, на которых все ездят верхом. Вот когда премии, путевки, повышения, это все другим. А этим ничего. Знаете почему? Потому что добрые, чуткие очень, душевные. При чем тут путевки-то? А я не хочу, чтобы моего Павлика так же запрягали. Да, пусть он будет жестковат, неуступчив. А жизнь она что, очень уступчивая? Так вот я своего сына, пока он мал, укреплю и закалю. Да-да. А вырастет, скорее других свалит, чем сам упадет. Вот, Юрий Юрьевич, какова программка-то? Да, черствость это не очень. Совсем ни к чему. Ни к чему, ни к чему, вот именно. А с другой стороны, нам порой хочется, чтоб наши девчонки были понапористей. А мы и так тебя в обиду не даем. Исчезни! Она сладкая, компот. Компот? А ты купи мне, пожалуйста, эскимо. Знаешь, я и сама бы не прочь, но мне велено с тебя глаз не спускать. А ты закрой меня оттуда на ключ. Идея. Ладно, я скоро. Дом номер 5, стоп.
А вы лейтенант Никитин? Да, только младший лейтенант. Ой, извините. Вы за Павликом? Марина? Да. Андрей, очень приятно. А он со Светой? Он один. Как один? А где же Света? Она в Олимпийском бассейне, а ваш Павлик под домашним арестом. Толя, а? Я пойду заберу беглеца, ты подожди меня здесь. Тогда я, может, пойду газировочки попью, а? Пойди, пойди. Ой, у меня компот есть, хотите? Компот с удовольствием. Пошли. Интересно поглядеть на этого беглеца. Сейчас увидите. Павлик, мороженое. Павлик. А где же он? Нет. А, вон еще комната. Угу. Все ясно. Рядом с окном дерево. И на кухне нет. В той комнате тоже нет. Ну что же вы? Надо же было не спускать с него глаз. Держать, да ну связать наконец. А вы ушли окна настежь? Кто бы мог подумать, отсюда даже взрослый не спустится. Толя, поехали в отделение. Сначала к Свете, в бассейн. А зачем? Я заметила, этот Павлик просто не может без Светы. На телецентре он ее нашел, может быть, и в бассейне найдет. Едем в бассейн. Только я майору доложу. Вот телефон. Угу. Василий Сергеевич, я не отрицаю, первый раз я упустил. Но в данном случае. Да почему я радуюсь? Я не радуюсь. Так что мы сейчас в бассейн. Вот. Ну почему зря, а вдруг? Конечно, конечно. А потом сразу к вам. Угу. В темпе, Толя. Мы должны приехать раньше и там его встретить. Ловко сбежал. Вам что? Они с нами, они с нами. Дети как дети. Кто потерялся, кого с нарушением привели, все дождались своих родителей. А ваш Павлик? Боится он вас, что ли? Бьете его? Хуже. 100 раз от пола отжаться и босиком по снегу зимой. Это может человек выдержать? А 100 страниц в день? Только большую энциклопедию наизусть? Не надо. Что, не сбежали бы? Преувеличивать. Да перестаньте вы, нашли да, время. Вот оно и выходит. Либо да, вообще не воспитывают, либо черти как воспитывают, а на милиции расхлебывай. Всем постам и патрульным машинам. Задержать мальчика, 6 лет, майка белая, трусики синие, сандали красные. Зовут Павлик. 03 информацию принял. Так, вся Москва им занимается. Ну и парень. А ты знаешь, что ли? Я им очень благодарен, этому Павлику. 1000 эскимо ему куплю на всю зарплату. Неужели она тебе так понравилась, а? Влюбился я, Толя. Так и стоит перед глазами. Только о ней и думай. А виделись-то всего 5 минут. Да, приехали. Помогите, пожалуйста! Что случилось? У меня почему-то машина не заводится. Товарищ сержант, окажите содействие гражданке. Слушаюсь, товарищ младший. Может быть, в моторе что-нибудь? Так, сейчас посмотрим. Искру проверяли? Нет. А бензин есть? Кажется, должен быть. Так кажется или должен быть? Кажется, должен. Thank you.
Достаточно. 3 минуты отдыхаем. Вообще неплохо, девочки, но надо все поотчетливей. А? Света, когда работаешь ногами, не спеши. Угу. Лен, ну ты опять руку забыла фиксировать, да? Да, да. А вообще растем. Соревнованиям, кажется, успеем. Прошу. Ну, отдыхайте. Света! Ой, это вы! Я. Добрый день. Извините, пожалуйста, я к вам посоветоваться. Угу. Понимаете, он опять исчез. Как исчез? Так исчез. А чему же вы радуетесь? Да нет, я не радуюсь, я вот что думаю. Если простите, вам... товарищ, нам надо продолжить тренировку. Да-да, я понимаю. Да. В общем, если он у вас объявится, сразу звоните к нам, хорошо? Да, хорошо. Хорошо! До свидания. До свидания. А если мы его найдем, то я вам сразу позвоню. Ладно? До свидания. До свидания. До свидания. Повторяем танец с обручами. Музыка. Лена, будь внимательнее, не делай ошибок. Ой, товарищ Никитин. Да? А как же? Телефон мой запишите. Ой, да, действительно, да я запомню. 435-35-36. 35-36. Запомнил. 435-36-35. Ой, все наоборот. Ой. До свидания. Я позвоню обязательно. Девочки, повнимательней. Валентина Ивановна, я должна ехать искать мальчика. С Никитиным. Какого еще мальчика? Понимаете, Валентина Ивановна, он потерялся, я тоже за него отвечаю. Света, пожалуйста, не выдумывай. Как же так? Неужели вы не верите мне? Если этот симпатичный лейтенант тебе нравится, ты можешь пригласить его на день рождения. Это вечером. А сейчас изволь готовиться к соревнованиям. С тренировки не отпускаю. И вообще, не надо выдумывать никаких мальчиков. Света, я тут! Вот он я! Ой, Павлик! Павлик! Вот какой! Опять нашел! Вот это и есть мой Павлик! А это мои подруги. Я уж уговаривал их здесь ждать. Так вот, нет же. Сами отправились в Москву прочесывать. Лучше, товарищ майор, я сама передам Павлика с рук на руки. Угу. Пусть ваш лейтенант Никитин привезет его родителей прямо ко мне домой. Я через час буду. Спасибо. Ну, как успехи? В бассейне его нет. Да? Слаб ты против супермена Павлика. Как это? Он именно в бассейне. Так я поехал, товарищ майор. Куда? За ним в бассейн. Отставить. Света увидишь потом. А сейчас тебе новое задание. Отыскать его родителей. Не понял. Они теперь потеряны, или, как ты правильно говоришь, потерявшиеся. Вот тут их приметы. Дашь объявление по оперативной сети. Слушаюсь, товарищ майор. Салага. Молодцы, девочки! Все, до вечера! До вечера! Павлик, иди к нам! Скорей, скорей! Ну идите! Ну иди, не бойся, вода теплая! Ну скорее раздевайся! Ну, Павлик, давай, быстрей, быстрей! Ну! А я акула, острые зубы, берегись! А я от тебя уплыву! А я рыба, кит, тебя проглочу! А я сейчас от вас убегу и все! А вы меня не поймаете на берегу! Не догоните, Кака! Не догоните, Кака! Не догоните! А вот и догнала! Все, сдаюсь! Никогда не сдавайся! С вышки прыгал? Не, а? А ну-ка! Ну, молодец! Ну и ну, не испугался! Браво, браво! Свет, знаешь, когда тебя нет, я все время почему-то о тебе думала. Спасибо. И дядя Андрей, милиционер, тоже все время о тебе думает. А это кто тебе сказал? Он сам сказал, а я слышал. А еще он сказал, что ты у него всегда перед глазами, вот.
Свет, ты куда? Павлик! По-моему, мы здесь уже были. Стойте! Извините, опять ошибся. Павлик! Павлуша! Светик, Борис явился. Угу. Поздравляю, Светик. Вот подарок, разворачивай и смотри. Благодарю. Поставь его куда-нибудь на холодильник. Павлик, как крем? Ну-ка. Угу. Помешай еще чуть-чуть. Угу. Свет, подожди. Так. Ты кто? Я Павлик, а вы? Как же так? Утром вырывает из рук, а вечером даже смотреть не хотят, а? Да. Не найдем. Ты что, Катя? Не расстраивайтесь. Поверьте, все хорошо будет. Обязательно найдем, не волнуйтесь. Позвольте. Успокойся, Катюша. Успокойся. Не надо. Прости меня, Дима. И ты меня прости. Прости за все. Только бы он нашелся. Да. И пусть валяется хоть целый день на диване. Да. Пусть бегает с мальчишками во дворе. И никаких йогов, никаких систем, никаких упражнений. Пусть такой, как все, будет, пускай. Где ты, наш прости. Павлушенька? Не надо. Не надо, не надо, Катюша, поехали, поехали. Искать надо. Найдем. Конечно, поехали, Юрий Юрьевич. Уже едем. Успокойся. Только бы нашелся. Жигули 0521, остановитесь. Инспектор 5-го ГАИ, капитан Орлов. Очень прошу, не прокалывайте талон. Уж лучше штраф. А вы, товарищ, ничего не нарушили. Как? Вот так. Кто из вас здесь супруги Орловы? Мы. Мы. Ой. Ваш сын нашелся. Правда? Он находится по этому адресу. Все, можете ехать. Спасибо. Очень вам признательны. А еще желаю тебе, Светик, лет через, ну, в общем, побыстрее, иметь своего такого же Павлика. От такого не откажусь. И я согласен. О, еще гости. Здравствуйте. Здравствуйте. А где же он? Пожалуйста. Вот он. Павлик. Мамушки нашлись! Маленькая, это тот Павлик, которого мы искали. Извините, пожалуйста. Ты соскучился? Посмотри на папу. Сюда. На папу посмотри. Ничего не понимаю. У него вполне нормальные родители. Ну вот, операция завершилась. И гора с плеч. Теперь уже не я, не ты, а родители будут отвечать за него, за нашего Павлика. Чего грустный? Да я не грустный. Да нет, грустный. Вот что, даю тебе еще одно последнее задание на сегодня. Какое? Очень важное. 9. Хватит, хватит. 10. 11. 12. Я столько не выжмусь. Опять ты, Катерина, за свое. Погоди, мама, 14. А что в машине обещала? Ну что вы хвастаете сыном, будто он вам дубленка или модный гарнитур какой? 16. 16. Неужели это ему полезно? Вряд ли, по-моему. Добрый вечер, а Света? Здрасте. Там. Здравствуйте. Ой! Здравствуйте, товарищ младший Андрей! То есть лейтенант Никита... Здравствуйте. Поздравляю. Я по поручению майора Василия Сергеевича. Мы поздравляем вас... Вот, ребята. С днем рождения. Желаем всего хорошего и благодарим за оказанную нам помощь. Спасибо. Извините. До свидания. А как же так? Минуточку. Ой, младший лейтенант Андрей, то есть... Младший лейтенант Никитин, вы оставайтесь с нами, а мы будем очень рады, правда, ребята? Ну, конечно, чего ты? И будем танцевать!
Павлик, иди сюда. Вставай на стул. А теперь все-таки викторина. Ну, погодите вы с танцами-то. Задавайте вопросы из любой области. Математика, география, искусство. У меня вопрос. Да, какой вопрос? Чему равна площадь круга? Пер квадрат. Ваш вопрос? Ну, смелей. Кому принадлежат Канарские острова? Кому, Павлик, принадлежат Канарские острова? Канарские Испания. Острова. Испания. Фантастика. Простите. Да, ваш вопрос. А зачем все это надо Павлику? Как зачем? Для общего развития. Скажите, Дима, а что толку в этой зубрежке? В механическом заучивании. Только вред. Знаете, друзья мои, вы еще недостаточно компетентны в этих вопросах. Не отвлекайся. Павлик, слушай, только меня тебе мешают думать. Нет, не мешают. Композитор оперы «Князь Игорь». Не знаю. Павлик, формула бензола. Не помню. Что с тобой, Павлуша? А? Что с тобой? Павлик, ну-ка, встань на голову или сделай березку. Не умею. Как не умеешь? Не выдумывай. Ты все умеешь. Ты же взрослый мальчик. Нет. Понимаешь? Взрослый. Никогда не надо вмешиваться. Ну, что с тобой? Вот видите? Да. Павел, ты же взрослый мальчик. Павел. Ты что? Я не хочу быть взрослым. Не хочу. Я знаю, что нужно с утра умыться и сделать зарядку. Я знаю, что с детства пора себя приучать к распорядку. Автобус волшебный, автобус чудесный. Лети, словно птица, лети, как стрела. Хочу убежать от того, что полезно. Хочу бесполезные делать дела. Смотреть на облака просто так, с ребятами играть просто так, по лужам босиком просто так, и эту песню петь просто так, просто так, просто так. Я знаю, что самбо владеть полезно любому мальчишке. Я знаю, полезно уметь усваивать